Всем привет, друзья, канал Мусалин. Работаем у нас Шкода Октавия. Мобиль приехал там, сделал шумоизоляцию салона. Направил краткий обзор на задних арках, видите, небольшие квадраты вибробласт присутствуют. Пол в багажном здании работал. Салон с кнопкой пол. Где обработал. Крышу голый металл. По дверям смотрим. Небольшие квадраты проклеены. Владельцы не устраивают данную шумоизоляцию. Готовим поверхность и приступаем к исправлению. Эти вибробласт на Шкоде Октавия. Проклеен у нас по багажу. Проклеены задние арки. Клеем. Проклеен пол в салоне. Тщательно прокатываем валик. Работана крыша. Дверям нанесли первый слой вибропласта, толщиной его 3 мм. Приступим к нашему второму слою. Мембранная шумоизоляция Integra 6 мм. Продолжаем нашу работу. Закончили клеить шумоизоляцию на Октавии. Проклеим у нас пол в багажник. Проклеим задние арки. Проклеим пол в салоне. Используем Vision 6 мм. Обработана крыша. Дверям нанесли третий слой вибропласта. Толщина 3 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Толщина 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.